Да. Соки админа двигун. Проверьте на всякий случай. Логин, пароль. Давайте танки пуляйте трэш, остальные пробегаем. Не бьем трэш, бежим просто. Громилам желательно под ебало не подходить, а то клею. Блять, фернула еще, сука. Всем привет. Здорово. Привет, привет. Че, Кулич, попробуешь зайти, да? Сейчас можно посмотреть. Мало ли пригодится. Эти диван, дай диван пока-нибудь кнопку. Дохните в углу тут. Для второго рейда, значит, не помешает шапошка. Ну да, можно. Я думаю, не будет против. Ты бы ближе подошел, до всех их не достанет. Да, все работает. И пусть будет. Рыбу хавать. Дермич, а ты в прошлый раз руки закрывал вроде, да? Ты ж не танчил бы. А ну сейчас тебе объясню в отделе. Трэш убьем. Ну, печки подводишь там, прожимки под после третьего ошеломляющего удара, когда он у него там 30 плюс атаков. И так далее. Разберешься с этим сам? Если разберешься, то отлично. Не, на печку ты его не сможешь поставить. Его там на. Там смысл в чем? Ты его можешь поставить, ну, если он так станет. Прям охуенно. Но тебе его надо все равно дергать, потому что если он будет стоять на одном месте, на него печка не сработает. Шкаф. Ну, сейчас я тебе объясню, короче, все равно, в любом случае. Давайте, с вами все, короче. Так, Дермиш, сбиваешь первый КС звезде, ТРГ второй после него, солененько первый КС печенька, трипл второй после своего солененько. Бестия тут, милый, все. Поехали. Поехали. Первую печеньку бить. И бурфать это. Обновление с ним. Воец, закрываешь руки с правой стороны сзади. Реслеем по центру сзади. Это сразу по рукам. Остальные не стесняемся руки закрывать. Все вместе дружно закрываем. Третья, четвертая пати, в особенности. Играть.
Так. Рид, сможешь спину, в принципе, бить. Хотя, ну, на Рид можешь спину, в принципе, бить. Так, месть убрать. Я батил ничего с тремя пьетами. И Элконфилл спину бьет. Короче, Рид и Элконфилл спину бьете. Ну, то есть у Мелизони руки на нас. Да, Мелизони руки на вас. Вместе с Элконфиллом. Так, трипл, дермич, ТРГ солененькая. Это 4. Фиеста 5, батя 6, Маничелла 7. И плюс наших трипеты. Приебал. Так, Дермич, пошли с тобой. А пятый чьи, лохов или хантов? А, у нас же еще хантовские пяты, блядь, есть, точно. Можно с лохов спекнуться. Мне кажется, сложит. Хантовских не ложил, это 100%, тебе говорю. Ну, два хантовских, ладно, два хантовских, тогда окей. Аборигена пьет подъебало поставишь, и Милхант подъебало туда... Просто на бездействие, блядь, надо поставить, да и все. На бездействие туда в крест поставить. Изначально мы же будем пулять здесь, чтобы печку забрать в печеньке, которую я заберу. Потом в крест надо, чтобы вы поставили этих петов ханты. Сначала, короче, вот тем, кому я сказал, начинаем подъебало вместе с петами. Потом батя Ваничелло выходите тоже. Оставляйте только петов в кресте. И ханты оставляйте петов в кресте. Я останусь под лицом. Сделаем так. Дермич, теперь с тобой, смотри, пуляешь боссу. Ну, начинаешь вот с печеньки до первого откидывания. Потом тебя откидывают вот сюда вот. На нем вешаются там стаки, короче, типа 10 стаков. После каждого установляющего удар. Типа, поскольку таргетов стоит под лицом. Ну, самое заебись, когда вешается 10, соответственно, да. Ну вот, 10 стаков кинулось, да. Первые два ошеломляющие тебе похуй. На третье ошеломляющее ты должен там отдавать кровь какую-нибудь, условно, хотя бы, на этот. Потом она у тебя на... Потом, короче, уже когда печка появится, ну, ты дергаешь босса немножко, на него вешается этот, печка, этот, ну, и скидываются потом стаки по окончанию печки самой. Смотри, вот про это дело, короче, главное, чтобы прыжунка дала кровь. Потом на следующий у тебя будет КД. Можешь таринкет свой нажать, например, на вот этот скоробейсу. Условно. Плюс, когда печку поворачиваешь, можешь зеленку нажимать перед тем, как ты печку ловишь, чтобы на тебя не кидался дебаф этого огня, чтобы ты лишний урон не получал. Также, смотри, там будет ситуация такая, когда печка... будет на четвертом ошеломляющем ударе, под это тело лучше надавать эйсбаун. Ну, я скажу, если что, зубы еще у тебя будут. Либо там сакра, плюс капли и бабу. Тебе главное, ну, вот в кресте танчишь, и вот так вот босса дернуть, потому что печка на него не повесится. И желательно, когда у него 100 раги, ну, это я тоже буду озвучивать, отворачивать босса вот, ну, в эту сторону, где я сейчас прыгаю. Понял? Вот. Ну а остальные убегают либо в центр, либо направо, как обычно. Все, это в принципе все. Остальное плюс-минус буду озвучивать. А еще раз про петов расскажи, чего они под лицом тоже стоят. Ну, блядь, стоят под лицом. Петы просто на пасть не поставляешь потом, и все, в чем проблема? Ну я понял, я тут его могу поставить, он может видеть или что, или как. Ты просто сказал, что выведи, заведи, блядь, я нихуя не понял. Короче, раньше надо было 10 рыл под рожей, чтобы он адский не кастовал по КД. 10 человек под рожей, ошеломляюще ловит. А сейчас петы сойдут вместо людей. Петов, короче, смотри, сойдут. Блядь, объясняю еще раз. Мы начинаем босса бить где, блядь, как бы, чтобы не лутать первую печку, с печеньки, блядь. Изначально... Локи только, Локи становятся, которые я назвал, со своими петами. После того, как нас откинет в крест, блядь, вот в крест сюда, ханты подводят петов в крест, подъебало. И чтоб они тут стояли на пассиве. Теперь понятно? И они стоят до конца своих дней там в кресте. Поняли? Ну, а я своего пета должен вывести, правильно?
куда вывести. В смысле, блядь, что ты делаешь, нахуй? Сука. Это Пэт пробежал, сейчас был с этим. Я в курсе. Чёрка. Куда выводите вы, блядь? Господи, что вы на... Пизду нахуй. Ой, блядь. Здесь есть, по-моему? Да, Диван дали. И еще стоит. Вы можете сразу, в принципе, в кресте оставить Пета, да, правильно. Но все равно туда кинет. Разминочная, скажу так. Точка убегает туда, сейчас появится. Убежали с центра. Убежали с центра. Сейчас опять за агресс, смотри. Уйдите быстрее, вы, блядь, встаньте быстрее, уйдите оттуда. Блять, ну вот сука, вы если бы еще раз сразу встали, нахуй, было бы все нормально. Вы ж по полчаса еще встаете, нахуй. Один, блядь, срезнул в центре, блядь. Господи, блядь, сука, нахуй, вы меня уже бесите, блядь. Еще раз такая хуйня, блядь, снимаю 2К, нахуй. За тупость, нахуй. Сука, блядь, как будто на китайском, блядь, разговариваешь. Вставай, шаман какой-нибудь, резай теперь, нахуй, из этого, блядь. Сука. Дебилы, Ты сразу в кресте оставить своих петов на пассиве. Прямо в кресте, блин. И потом стоите, просто босса пинаете, руки скрываете. И подхиливайте своих петов, не забывайте тоже. Джис, есть у кого-нибудь? Дайте шкаф. Давайте рыбу. Оба. Блять, ну господи, ну сука. Еще раз повторяю. Мы начинаем босса бить с печеньки, нахуй. Печеньку все видят, блять. Вы стоите под ебалом. Еще раз называю ваши ники, блять. Солененькая, ТРГ, Дермич, Трипл, Алканфел. Не, стоп. Много уже назвал, нахуй. Короче, Батя, Фиеста, Ваничелла, плюс 3, это 6. Плюс ваши эпеты, это 6. Дермич 7, ТРГ 8, Солененькая 9 и Трипл 10. Вы начинаете бить босса с печеньки под ебалом вместе со своими питомцами.
Потом, после того, как откидывает в крест, вы оставляете Локи на пассиве Пета в кресте, а сами отходите. Ханты сразу же оставляют Пета в кресте. Всем понятно или еще раз повторить? Если знал, знал бы, что так нахуй тупо объяснять надо, блять, просто поставил бы людей на. Ой, блядь. Подъебал и не ебал бы себе головой нахуй. На, раздавай АП. СПД фласки мне, блин. АП фласки у ретенка. Он печеньку поставил. Мы еще из-под охлазки не стреляем. Все. Вообще на полмат. Скажи, пожалуйста, как называется эта хуйня, которая его урон в два раза увеличивает? Блядь, чё так сложно, нахуй? Поток пламени называется этот дебаф, после того, как он пропадает, увеличивается, ну, становится дабл урон. Спасибо. Если есть рекаура, могу тайминги скинуть. Ты жёсткая, вообще жёсткая. Почему? Крутая бекаура, блядь. Да, меня научили. Все, отчет, да? 5, 4, всем, кому нас назвал, сейчас становится в печеньку подъебал. Дермич тутоль. Блять. Надо стаков почему-то. Все, уходим, Локи. Я так только своих оставляете. Петов оставляете. Спать я пришел, лишние стаки найти. Оставьте Петов просто на пассиве. Они бьют, но он головой. Печка, ворочай. Дермич, ворочай. Закройте. Все, брат. Руку закройте. Руки не закрывайте, 3-4. Короче, все РДД получают минус сразу же, нахуй. Ну, мало урон приебали, но у нас лично не убили. Сейчас печка будет, готов все ворочать. Угу. Блядь, надо сейф.
Убежали с подъебала, ушли. Отверни босса. Вернулись. Да, и БР рофлыч потрепал, конфел подъебала. Блять, ну... Алконфил, ну, блять. Господи, ну... Я выбежал, он подогнал. Кто тогда Пьета, блять, своего нахуй уже увел, господи? Ну что за хуйня, нахуй? Вот опять... Ай, идите нахуй, короче, пизду, блять, с вашими Пьетами, нахуй. Люди, походу, я так понимаю, их убирают, блять. Я вижу только дирижабль, шаромыжник, блять. Мой, нахуй, хотя с Пьетами все нормально. Хуй его знает, что у вас тогда проблемы, нахуй. Он уже потом лежал, не сдохнет. Лежу с этими петами, короче, нахуй. Слишком сложно для людей, видимо. Для людей, нахуй, это реально сложно некоторых, блядь. На пассив поставим, блядь, и подхиливать, как я попросил, блядь. Почему-то мой не умирает, нахуй. Не, в принципе, там не умирают. Сейчас назначу людей под ебалом, которые стоят, будете стоять, нахуй. Все дружно, блядь. Не, бестью не буду ставить. Короче, первая, вторая пати стоите под ебалом, абориген оставишь одного пета. А не, стоп, я оставлю пета еще. А не, стоп, даже по-другому сделаю. Да, я оставлю пета чисто своего еще. Первая, вторая пати, кроме бести, под ебалом стоит. Что ты? Не знаю, не обращал внимания. Наверное, да. Там оно пишет 5 секунд, типа, условно, и потом он активируется. So set for us. Он тоже может пойти поставить. Да, не надо. Я лучше так. Сделаю пизду, нахуй. Ладно. Отбежал, убежал, нахуй, и так далее. Это пиздец, блядь. Чувствую, нахуй. Сейчас будем, блядь, учиться, нахуй, петов подхиливать. И ставить на пассив. Ебаный в рот эти изучения на сервисе устраивать, нахуй. Я лучше вон своего пета оставлю, блядь. И еще подхилю его, нахуй, если что. Чем звать я потом, если он не умирает? Я отслежу, блядь, умрет он нахуй или нет. Поставлю его обратно. Сманите, пожалуйста, аборигена и молодец. Трикнись. Рыбу хавайте в клубах, блин. Батя, дай СС по мне, на всякий случай. Нахуя ты его вспомнил? Короче, на полу. Соленик. А чё, блин? 5, 4, сейчас подъебало все первое, второе пати, кроме бисти. Петов оставляете своих зимы там, нахуй. Ладно, нахуй. Полки стрими. Лишний один таргет, ну.
Странно. Сейчас печка сразу, ворочай босс. А, все, он же зацепил. Смотри на дыма, следи. Лишний раз не ворочай. Геру дайте. И босс отворачивает в сторону печки, когда у него 100 энергии. Я буду озвучивать. Сейчас кровь какую-нибудь отдавай, или что вот под третий конкретно. Заебись. Абориген. А, бля, терез быстрее. Абориген с петом подойди, подъебало. Подошел. Пет. Яша, дай берпл. Петом зашел. Скажешь, когда выходит. Ясно, нахуй. Да уже не надо выходить. Я уже видел. Блять, короче, я понял, нахуй ты неубиваемый, чувствую, босс будет, нахуй. Дермище, я так понимаю, не может прожаться, блять, как он умер вообще. Минута 18, минут... Не, ну, хотя его не прохилили на самом деле. Ну, да, один холилайт между ударами был, второй я физически не успевал прокастить. Блядь, как же тяжело, нахуй. Почему я умер, нахуй? А, все понял. Ваншот, нахуй. Да, ненависть. Что у меня еще, да? Это ненависть. А, блядь, он его гроз бросит. Блядь, расколка на него. Около креста рыба будет. Шкаф тыкнуть. Да вставайте, не лежите, блядь. Зайдите, мы с моего суманем. Быстрее будет, блядь. Пока вас, блядь, 10 раз будут резать. Раз, два, три. Это Феникс, у меня этот цвет выкинул. Там батю поменяй. Олеч, настал твой звездный час. Ну, блядь, только что ж были еще на что заходили люди, уже поохнулись. Ладно, нечело, будешь тогда со мной пета в сторону подъебал. Пойдем так. Смотри там каналом, если кто его подпилил. Рыбу хавайте по варприн. Вообще на клопа. Дармич, соберись, пожалуйста. Ты мог бы посмотреть, как нам до этого убивалось. Здесь ничего сложного нет, тем более ты сам это сказал. Вообще, ну... Ой, блядь, стоп, я не то нажал. А кто, блядь, заменяет? Я же сказал, Ванечелло с петом. А, сумки. Чё, Холич отлетел? Вообще, на колобах.
Ну, Холич, если зайдет, то заебись будет. Так, сейчас без него пульнем. Все на дом, блядь. Да он по-любому у Володи на стриме же. Все, пёрли. 5, 4, 3, 2. Не, он на ДК сидит. Под лицо поехали. Пета, не забудь своего, ничего. Он бабки подготавливает к кузне. Ты ему бабки готовить дал. Не, он что, чем чарки на ремонт. Пускай заходит на портипалы. Пета, подводи сразу, ничего. Блять, печка повесила, серьезно. Давайте Геру. Хули нахуй. Дебаф еще почему-то повесился. Хуйся. На пол больше не дырми. Кнопка Т и Салю повничали. Я раскол сейчас нажму. Сейчас будешь ворочать, уже ворочать можешь. Угу. Я один тотем поставлю для проверки сейчас вот. Ставь. Там можно или нет? Ставь. Ясно, он считается. Так, сейчас после этого ошеломляющего будем убегать. Подъебало все равно. А ты отворачиваешь босса в сторону печи. Сразу убегаем после ошеломляющего. С-под лица. Ушли. Вернулись обратно, стали. Это прохиливай, главное, после адского. Когда кастуется. Ничего. Каналом здоровья своим тоже. А не хилам оставляй. Вы урона можете прохиливать. На Мелизоне руки надо будет закрыть. Я уже третий закрыл. На ком-то, на магии? На Мелизоне... Да похуй кем, блядь, руки все могут закрыть по одному разу, ну. Минута дебафисит, ну. Блядь, чуть не ваншотнул. Да дай сальву, срочно, дайте сальву мне, чтобы, блядь, ваншотнул. Руки, нахуй. Руки. Ну, все, спасибо. Садка, дай айсбаунд, айсбаунд, армич, мне айсбаунд, быстрее. Ну, блядь, ну чё ты айсбаунд? Ну как нету, блядь, ну что ты... Ой, господи, блядь, ну в пизду нахуй. А на что ты нажимаешь айсбаунд, объясни мне, пожалуйста. Тебе айсбаунд нужно нажимать только под эти моменты, блядь. Когда у него висит третий стак, и, блядь, ну, 30 плюс стаков после 30 ошеломляющего удара. Я же тебе объяснял, блядь. И печка не успевает скинуть эти стаки, он кастует, блядь, еще один этот, нахуй. Ошеломляющий, блядь. Ну, смысл, какой в прошлый, блядь? Там не может быть стак, ты прикалываешься или что? Не может быть, блядь. Такое вот, типа, вот это вот сейчас вот на этом тайминге один раз бывает, когда, блядь, ты не успеваешь, чтобы печка закончилась, блядь, и этот, нахуй. Я ж... Короче, блядь, пизду, нахуй. Ты если сразу ловишь печку, блядь, таких проблем нету, понимаешь? Забой вообще, блядь, такая один раз хуйня у меня происходит. Дай массаж по мне. Ну, не припомнишь. Кстати, а что? Там, вы как я понимаю, тотем считается за одну цель, если там пэта не было. Дерить в спину бей, блядь, не знаю. Окей. Дай ему срез. Можно затестить, в принципе, тотема. Ну, я сейчас, типа, перед ударом прям поставил один чисто тотем огненный.
меня он вроде как засчитался, с тампета никого не было больше. Засчитался. Ну, чтобы было 10, стало 21, типа. Танки 9 тотемов, это сильно. Ну, типа, нет, типа, 2 тотема можно поставить, типа, ну, там, там танка и поэта, ну, локовского, например, и все. Ладно, хуй с ним. Хуй с ним, сейчас давай, так один раз попробуем. Если тотемы ваши не умирают, если вы сможете их обновить. Бентли и Рид, поставьте тотемы, короче. Мне только 3 тотема забыл ставить, если что. В смысле 3? Ну, у меня один переставляется, у меня 30 секунд всего стоит, поэтому он за спиной стоит у меня. Поставь, которые 4 могут стоять, в чем проблема, блядь, по 5 минут. Ну ладно, а, чё ДПС потеряю. Да похер на это ДПС. Куда ты темы поставил? Нет, будет. Сейчас просто первые те, которые под ебалом стоят в печеньке, а потом отходим. Начнем, чтобы печку лишнюю не лутать. Это, мне кажется, ну ладно, сейчас попробуем. Да, отходим. Пусть сразу печку полутает, похуй, хоть проверим. Ну да, ладно. Да это, блядь, тоже, ну, если нормально будет, вайпиться придется в любом так, случае. Так объясните, куда ты демо ставит, что делать? В крест, блядь, куда? В крест, нахуй, блядь, меткой крест, блядь, 3 раза сказали, ебаный в рот, нахуй. В ебучий крест. Дермич, только смотри, чтобы вот эти тотемы попадали в таргет. И обновляйте их, чтобы маны ходить. Не забывайте. Интересно, их адски сбивает или нет? Навряд ли. Ну, кстати, вот адски не знаю, но шамрач точно нет. Рыба в звезде, короче. Пусть будет 2 пачки тотемов, твой питомец, Кирилл и танк. Да, я так и хочу сделать. Так. Только не забывайте обновить Бентли и Рид тотемы. Остальные все в задницу его бьют, близко не подходят в один фрейм. Сейчас попробуем его. Веди его сразу в крест, ставь, похуй. Дермич, понял? Кухмакет. А чё ты? 5 секунд говорил. 5, 4, 3, 2. Да пихуй, поехали. Солёненькая, ну, блять. Сейчас проверим, что у меня еще там. 2 стака. Угу. Настя, тотем. Значит, там подъебало быстрее. Ладно, подъебало стали те, кто... Ай. Это не пет забежал, это мой пет там и остался. Повесился. Нет, я имею в виду тогда, в прошлый раз, когда я это там ставил. Там, потому что 11 тогда прибавилось, как раз я это там ставил тогда. Ладно, все, идите, короче, знаете куда со своими идеями, блядь, со своими петами, нахуй. Здесь слишком слабые люди, чтобы это делать, нахуй. Все, блядь, забудьте, нахуй, про это. Бать на смерть от Володи. Ему Канада на него кинуть. Еще один такой тупой совет тоже сниму, нахуй. Лишний раз только вайпится, блядь. Блять, короче, у меня вот этот во втором рейде хуйня заебывает нахуй. Сейчас, блять, особо вот тупых нахуй буду высматривать и сразу кикать нахуй. В пизду заебало нахуй. Реально уже эта хуйня, блять. По 10 раз одно и то же объяснять, блять, и приходить опять вайпиться нахуй. Это какой-то ебаный цирк нахуй. Уйти, блять, отбежать нахуй, блять. Только манекен привыкли бить нахуй. В пизду, блять. Бала в рот, лучше новых понабираем.
Так, под ебаном она стоит, получается. Маничела со своим петом, и я со своим петом. А вот, короче, первая и вторая пати вот так вот, в каком на них запряли. Кроме Риды, Ридиги и Бести. Все под ебаном стоят остальные. И так будем играть. Шкаф еще один. А, не стоим АФК, блять, а с умонем быстрее. Время много или что, мне? Бухайте быстрее, убав прям ИП. Начинаем также с печеньки. Те людей, которых я назвал. Где-то с собой сначала начал забирать. Под лицо. Корчина плыла. Абориген. Почет дыр. 5, 4, 3, 2, 1. Чего крест ставь, на посидку. Ну и не бегать не надо, залагаешь, вы понёшь, ну что. Стоишь? Ну, блядь, ну... Сука! Чё, это не было 10 челов, да? Или чё? За то, что, блядь, в ебаном кресте не можете стоять, сука! Я не, я, блядь, просто вам сказал, стать в ебаный крест, нахуй! Никому, нахуй, не бегать, блядь! Прием, нахуй, как слышно, блядь! Хочешь минуса, ну всем, нахуй! Заебало уже, серьезно уже, нахуй! Вай, пацаны, из этой хуйни ебучей, нахуй! Сука, сраный, блядь, метку стать не можете, нахуй. Еще одна такая хуйня, кикну, нахуй, просто, блядь. Кто, блядь, в кресте не сможет стоять, нахуй, и выбежать, блядь. Сразу напрямиком на выход с гильдии, нахуй. Заебали, нахуй, вывели, блядь.
Шкенца, ты там сумонешься сегодня или нет? Бухаем в клубах, привет. Вчера в клубах. На исходную сталь. По откату себе в ничего создашь, если не исключение. Близко к боссу не подходите, которые сзади стоят. Чтобы лишних стаков не было. 9 почему-то. 5. Это залупа. Ладно, короче, пиздую с этими петами. Не знаю, может, хуйня какая-то, нахуй, мне кажется, из-за этого, нахуй. Может, может он в текстуре, может где-то его не видит, хуй знает. Первая, вторая пати становитесь подъебало, петов убирается вообще некуда. Нахуй эту пизду. Бухайте пока что. Сейчас до сумма не влезем. Опять тушкенцы, блядь. Блять, один мини-вайп, один мини, блять, какой-то, блять, этот в АФК нахуй. Ладно, блять.
Я тебе лично схмонил. Первая, вторая пати под лицом стоит. Ну чё, отдаем? 5, 4, 3, 2, 1. Вместе можете переходить. Вместе, говорил же, можешь уходить, блядь. Вместе уходи. После ошеломляющего сразу ворочусь босс на печку. Прожимку все на эту. Ворочи. Геру дали. Маничелло, нажми раскол. Ну не слакай, дермич, ну блять, ну ворочай ты быстрее, ну. Пиздец, нахуй. Айсбаунд жми. Закрудал. Блять. Блять, я не знаю, нахуй. Это. Ну пока еще можно пойти. Дай рофлыч БР по ваничели. Бестия, вернись, подъебало быстрее. Абориген подъебало. Кто-нибудь, блять! Ху, повезло, нахуй. Все, уйдите. Ничего. Даст БР, блять. Ваничела под лицо вернись. Ворочай печь. Солененькой сальву надо. Ел конфель надо тебе, чтоб ты сбросил одну. Ну ничего, блядь, сейчас уж не могу. Сильно волнуюсь. Ворочай, потом поворачивай в крест сразу. Ворочай, сейчас печь будет. Поворачивай в крест. Угу. Слабо было, блять. Не знаю, как он прописает. Он не прожимается, наверное, вообще, блять. По 31. Там под каждый этот ошеломляющий надо хоть что-то нажимать. Смотреть. 1.4, ну и хз. Давай второго хэпала и бэтмен. Если там кто-то есть, кто позакрывает, побегает. Нет, ему закрывать. Там бегать. И два хулипала не поможет. Есть смысл. Рыба в звезде.
Да кого масрез не достал, вставайте сами. Не, у нас КД еще у некоторых, мы под вами лежим. Вставайте, ничего страшного, с ума не быстрее будет. Вставайте, сходите вниз. Быстрее, ребят. Ну тыкните шкаф, блин. Рабу, рыбу хавать в лобах колен. Быстрее. Бафнемся, поехали. Бестия также начинаешь под лица. Начало сок у тебя ДСС. 5-3 минуты вроде. 5. Горчина клуба. Бестия с нами, начинаешь печеньки. Первый ловишь этот, а потом уходишь. Если сломляю, еще раз там сразу уходишь. В РДТСу. Сразу после откидывания поворачиваешь. Ну, все. Он не стал с кинегру. Дай по мне сальву, Ваня. Когда? Я дал по соленник. Ну, он мне тоже не скинет. Ханты напуливаете по соседу и кумакету. Пусть они набирают. Сосед уже сбросил игру, походу, этот. Ну, блядь, 58, 59. После ошеломляющего надо будет сразу убегать за спину. Убежали за спину, отверни босса к печи. Дермич, быстрее поворачивай, соображай. Все, обратно возвращай, к лесу вернулись. Да, нахуй, дай салю, Ваня. Дайте на пул, пожалуйста, фул, блять, в кумакета какого-нибудь, я не знаю, блять, кто там еще. Кумакета на пульте, пожалуйста, весь на пул, нахуй. Потому что я, блядь, сейчас умру, нахуй. Вместе с Маниселой на пару, блять. Ханты, Ален, нахуй. Кумакета на пул, прием, блять. Отдаем барьем пока, да. Сейчас смотри, пробьет. Блять, вы сам вообще бьете, сам. Нет? Дай сок. Нет, до раскола дохуя. Есть вообще что-нибудь, там, не знаю, салю? В мелизоне закрыть надо. Ой, дай салю повнес или как-нибудь, я не знаю. По возможности. Дал. Ворочай, сейчас печка будет, ворочай, ворочай печка.
Роженьку там какую-нибудь для себя. Ну, сокрот давал. Так, миловид сейчас даже зубы подремечу, когда я скажу. После этого ошеломляющего уходим. Ты уже дала? Ох, конечно, блин, его на 32 складывает, я на 33. Блять, уходим нахуй. Ваня, скинь в него, в дермичу сейчас все. Там сакру, каплю там. Уйдите, подъебалось. Сейчас пойду ему каплю, ну. Его сейчас один. А, нормально, адский, нормально пойдет. Подъебало, подъебало, быстрее, в крест, 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 крест. Алконфела, Бэр, этот Яша быстрее. Блять, ну. Да, ложный выпад слишком сложный. Удар ненависти, блять, вы еще руку не закрыли, да? Удар ненависти — это по агро. Да хуй знает, может, ханты, блядь, друг друга пускай напуливают, блядь, не попрощнее. Или вон, блядь, в бестию какую-нибудь ШПШ пускай напуливают. Которая под ебало не стоит. Он конфел линкови свою первую смерть. О, конфел. Ошеломляющий удар 18 тысяч и адский удар. Там уже тики. Немножко не прохили на них угол. Но вряд ли его ошеломляющий, да, бьет по 36 тысяч. Да, 18 тысяч ошеломляющий, да? Да, вот первый. Ну, ложный обязательно на каждый ошеломляющий, то по-любому. Минус 50% дамага считает. Ну и короче, что? Ханты напуливать, я не знаю, пестью, наверное, все просто, нахуй, скидывайте в нее на пул, ну. Я еще пэт, нахуй, этот удар получает, нахуй. Боже, блин. Можно ДКшнику власть включить. Видимо. И вообще будет изи. Зачем его урон играть? Ну, в плане, что он сорвет его во власть, а не наберет. Не знаю. У того-то руники постоянно выкидывают. Да не должен. Сорвет еще как сорвет. Нахуя ему ставить агро, если он стоит под лицом? Ну там удар на... этот, он сколько цели бьет? Две или три? Которые ненависти первых по агро. Магии тьмы, которые бьют. Давай личник, который дохуярит, это еще нормально будет. Вот, нахуй, какой РДД под руками, там вообще жопа. Угнали быстрее. И рыбу доедайте. Баригена, Милхант, напуливайте на бестию просто. Кто это бестия? Это ник. Прист, блять. Бестия. Такой ник. А, все понял. Я просто еще 34-я пати, блядь. Бестия на первое откидывание подходишь, почему-то дальше отходишь. Все как обычно. Бафните лапку. Причина полна. Я чё, одну? 5, 4, 3, 2, 1. Все, бестия может прилететь.
Ловите щиты, пожалуйста, первую, вторую пати под каждый удар ошеломляющий. Петую, если не видишь. Короче, босс. Сейчас кого нажим нахуй. О, конфел, скинь агрок кто-нибудь. Убежали уже, бежали за спину быстрее. Господи, блядь, нахуй. Абориген зашел. Хули то, блядь. Забей нах. Уже, блядь, это не лечится, нахуй. Дай БР по ТРГ, наверное, блядь. Оставь чуть-чуть на аборигене, старше давайте. Вставай. Нахуй. То есть они, получается, не посмотрели, что 100 энергии у босса и не выбежали от адского, да, не успели? Да я озвучил еще ошеломляющим, что убегаем сразу. Просто не отбежали. Я сказал во время каста ошеломляющего. После ошеломляющего был каст сразу адского. Че, я вообще ничего не обязан говорить. Наносить касты, которые кастятся одну секунду, но это пизда. Ты, чтобы понимать, чтобы не слушать, там кто-то успел заносить, кто-то нет, смотри на энергию босса. Вот у него от 1 до 100 набирается. 100 набирается, он кастует адский. 10 целей нету под ебалом, кастуется сразу адский. Все, адский — это пиздец. Шот рейда, блядь. Весь рейд получает много дамага. Все, пиздец. За следующий косарь нахуй сниму. Потом 1,5 нахуй. Потом умножайте на 2. 3, 6 нахуй. 12 и так далее нахуй. Не переживай, все получат. РДД руки не закроют, получат также все минус один за всех. Че, суманете сегодня, нет? Завтра. Ну то, что хоть руки стали закрывать, это вообще хорошо. Все прям бегут закрываться. Охуеть, как хорошо, нахуй. Зато, блядь, в остальном, нахуй, пиздец, блядь. Ну сейчас прошарят эту вилку босса, блядь. Что адские на 100 единицах энергии кастуются. А конфет, Джиф еще стоит там. Селененька, ты какой раз на груле? Скажи, нахуй. Второй, третий, четвертый, я уже не помню. Ты уже был, стоял, подъебал. В чем проблема? Он здесь первый раз, нахуй. И то, блядь. Он здесь первый раз, нахуй. Из-за этого ему пока не давал минус, нахуй. Ты в первый раз, когда умирал два раза там или три, не отбегая нахуй, тебе минус давал? Могу дать на сейчас.
Нажимай, делай, делайте так, что, что надо от вас, но и не будет минусов никаких. 5, 4, 3, 2, 1. Я только рад этому буду. А не сидеть вайпаться нахуй на ебучем гурле, который, блядь, супер простой босс нахуй, по сути. Хуй знает сколько времени нахуй. Без тебя можешь ходить. Печка. Смотри только, когда отходишь, аккуратно это спиной не поворачивайся. Тоже важно. Короче, уже грона не скинулись. Пока рано, блядь. Манчал, у тебя же есть СС, да? По себе скинешь. Оп, я сейчас скину. Блядь. Отбеги назад, этот Книр. Отбеги, я тебе дам диван. Походу мой фейл. Дай мне минуту. Давай. 38. Два хита по 40. Ну, там время было. 1,6. Полторы секунды. Что так складывает, нахуй? Мне так не складывало, блядь, по полторы секунды. Давай, может, трогай. Вот два с двумя стаками. Кто-то позакрывает, там, я думаю, у меня есть кто побегает, там полрейда бегает. Может, получше будет жить. Два света небес побольше будет от хил. Шанс больше. Ну, в смысле? Ну, просто скучно мне тут, сука, на руках, нахуй. У тебя ответственная роль, радуйся. Да пиздец, блядь. Сука. Хочу поспамить пацана, чтобы он не умер, блядь, чтобы его убили уже. Ты хочешь под лицом поставить? Там тоже весело. Предлагаю выйдет. Если камеру вверх поднимешь, у тебя, знаешь, как это, в клубе, в нейлоновом да, каком-то находишься. Да, я как-то стоял. Ну, вроде ничего, вроде несложно выбегать. Да не, мне просто уже это в глазах рябит. Я камеру вверх поднимаю, мне хантка, метка Хантера так, знаешь, это ярче, тусклее, светлее. Чисто дискотека. Че, может там все-таки это самое, блядь? Встаньте, ребята, кто умер, давайте суманем, быстрее же будет, чем у нас будет рез. Ты прожимаешься, блядь, когда вот висит 20 стаков на боссе, блядь, вот этот, либо кровь, либо тринкет, ну, чередуешь, блядь, когда, блядь, он кастует третий ошеломляющий. Вот на нем 20 с хуем стаков, и он кастует этот ошеломляющий. Вот тебе надо, надо прожиматься, блядь, еще раз говорю. И смотреть, блядь, ну, внимательно на урон входящий, который у тебя проходит. Вот на ошеломляющую, например, ты можешь ебать захват руны и удар смерти, блядь. Если у тебя удар смерти не спарирует, нахуй, ты сам себе фул хп поднимешь, нахуй. И за счет этого ты выживаешь. Захват руны у тебя, ну, ты прожимаешь только на ошеломляющую.
Ну, кстати, вообще ничего не прижимает. Ну, вот в эффективном исцелении у него 0 от хила. Ой. Да я понимаю, блять, что я сделаю, нахуй. У меня КД на Текана. У меня не КД. А еще в сейчас вот за... Сейчас пульнем, нахуй, если не получится, ты зайдешь потом. Вот эту хуйню вкачай, как ты делаешь. 3% его идутся бесплатно. А че отдаем? 5, 4, 3, 2, 1. Аберген зашел. Угу. Да, и я Шабер понял. Ты СС тогда отдавал на себя, да? Ребафнить его не ссал. Не ссал, где Аберген ходил. Вышел. Это не забудь вызвать там и оставить где-нибудь. И доспех на броню поставь. Блять, после печки сразу нахуй этот будет. Адский. Что-то хуя набралось. А, Симонер же ничего. Из-за этого набирается. Шевели. Печку поворачиваю. После ошеломляющего этого сразу уходим. Сразу уходим за спину. А не, уходим сейчас, пизду. А не, нормально остаемся. И сейчас уходим. Уходим, уходим, уходим. Ушли. Ушли. Вернулись. Следующую дадим первую печку. Можно, давайте, Гена. Короче, сейчас печка будет. Сейчас нужен сейф, Сократ, Войт или кто-нибудь. Войт даст, вот даст. Угу. А ты на раннем. Давайте. Дал. Рофл и Шиннер по 4 кнопки быстрее. Чё Герм не нами, блядь? Сказал, блядь, уже давно, нахуй, Герм. В чём проблема? Шаманы в уши долбятся или что, нахуй? Уже не надо, блядь. Вайт того сокрейст раньше. Нате, надо подходить, если что. Крик на хп обновляйте, не забывайте. Сейчас печка будет ворочать, и потом ошеломляющий только. Ворочай уже печка. Угу, все ошеломляется. Геру давайте. Ушли из-под ебала, ушли. Вернулись. Прохил. Под лицо встали. Маску нажать, блядь. Я посолёдненько издал. Угу.
После этого поворачивай на печку. Поворачивай. Верничай, держите сейчас. Парахил на пол. Угу. Понимаешься. Закройте руки. Крик на хп. Короче, печка. Драмич хил. Маленький. Убиваем нормально. А у тебя зубы есть? Да. Не тратить, я скажу, когда нас подремечу. Ждем. Все, уходим за спину. Уходимся за спину. За спину боссу. Иду угол команды. Сейчас даже зубы подремечу. Перед костом? Зубы давай прямо сейчас. Да зубы. Да куда Сдала, вы подходите, блядь, сука, дебилы ебаные, нахуй! Сказал же отойти, блядь! Я сказал, сбегаемся или что, нахуй? Ебланы, блядь! Тупые, нахуй! Абориген сейчас захожу. Да там... Пизду, нахуй! Хуяющий, блядь! Для чего я зубы, нахуй, просил дать, блядь? Пизду, господи, я не могу, нахуй, чё? Я пошел курить, нахуй. И вы ходите, блядь, я не могу, нахуй. Так, сейчас мы срез дам, так вот встан. Надо подойти поближе. Че, Яша, как дела? Еще не родила. Мне кажется, ему тоже плохо уже. Че у вас так весело, блин? Да, блин, а чё? Ничего не предвещало, и что-то произошло, понимаешь, всё было плохо. Никогда, говорит, не было, и вот опять. Да. Вот это вот именно так называют. Такой хуйни никогда не было, и вот опять. Блять, вот как вы на прошлом КД Грула убили, расскажите мне, пожалуйста. Ой, я не знаю. Слипнули. Повезло, повезло. Ага, ну только что. Мне на приставочку надо, ничего не знаю, блядь. Мне надо на шамана убить иваканов, блядь. Проходку. А еще надо проходку Кару Герна Пала, блядь. Чтоб целка 25 опа ходить уже. А, ну на Кару Герна на обоих надо, и на мага, и на пристав. На маге, по крайней мере, эта херня закрыта, вся. Эта херня. Так чё, открываем, короче, фонд помощи нервной системы Рела. Скидываемся на валерьяночку. Нам денег не хватит. Согласна. Сейчас лекарство еще дорожает. Вот я сейчас не понял, за чего вайп произошел. Что там было, мне объясните. Он хотел, чтобы ты под зубами выдончил ошеломляющий, потом сразу адский. И чтобы милики не подходили под ошеломляющий. Но он никому из миликов не объяснил, что он хотел. Он просто сказал, встаньте за спину. Там сказали, выйдите, сейчас будут зубы. Это уже было и в прошлый раз, и позапрошлый раз мы так делали. И это объясняли, что если там 98-99, мы видим, что сейчас будет, если ошеломляющий, мы выходим, чтобы пережить один ошеломляющий, потом сразу адски. Мы же это уже решили еще на прошлых КД. Ну я не знаю, как у вас.
Мне похер, я босс. Я все равно не понял, если ошеломляющий дается и перед лицом нет 10 человек, то сразу адский. Так если 98 это... раги, то суть ну, дастся да, сейчас он... адский или через 2 энергии. Ну да, 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 да. То есть в этом фишка. Ну он решил, видишь, переждать там. То есть их 2 адских не будет, будет 1 адский все равно, да? Может? Нет, не может. Ну один, когда ты сдохнешь, а второй, когда новый ты будет. После любого адского. Новый пул. А это для чего делается? Ну в плане того, что... Потому что люди могут не успеть выбежать. А, вот что не успеть выбежать. А до этого как они успевали, получается? Ну, люди там сильнее, умнее были. А, нихуя. Сейчас еще скоро нули. Там мужики плавятся. У Рофл сейчас свет выключили, ты что? Мне кажется... Мне кажется... Он написал, у меня вырубили свет. Надо было все равно им, типа, ну, в плане того, что надо было им забегать под лицо и выбегать в стандартном режиме. Просто они 5, не, 4, не были готовы 3, к этому маневру. 2, ну. Тебе не смущает, блядь, вот Володя, что у него, блядь, на каждом, сука, РТ выключается свет, нахуй? Не, на он каждом, мне сейчас написал, блядь. Говорит, что у него 2 раза, что почему-то стабильный теледвей включается. У него по 2 раза выключается ебаный свет, нахуй. По 2 у раза. У меня теперь тоже. Нахуя он идет в рейд тогда? Так зачем идти в рейд тогда? Не иди, блядь. Он, блядь, уже 3 или 4 КД. 3 точно, блядь. На каждом РТ у него выключается свет, нахуй. Это, считай, месяц почти уже, нахуй. На королях он 2 раза тогда, блядь, до этого, нахуй. ВВК, блядь. Пизду, нахуй. Ты вот эту хуйню, это... Слышал, Кирилл, да? Это самое... Типа выбегать... И когда 99, сколько там, как вы говорили? Вот эту хуйню, может, человек... Зайди на кого-нибудь, руки позакрываешь, я... Пойду, не знаю, улипал успех. Ну, или да. Он... Наконец. Слышишь, сэр? Да. Шо? Зайди, позакрывай зайди. Руки. Руки позакрывать, чё? Может это, просто они, видишь, те, кто под лицом стояли, они не сообразили вот эту хуйню, что один хуй будет адский, и просто забежали на автомате, наверное, блядь, проебались за это. Надо вот этот момент, нахуй, чтобы они были... Для тех, кто не понял, еще раз повторю последний раз, блядь. Когда я не говорю, забегаем, блядь, подъебало, нахуй, вы, блядь, не сбегайте, нахуй. Я специально для вас, блядь, сказал, убежали все за спину, чтобы потом, блядь, никто, блядь, не заслакал, нахуй. Чтоб не было такого, что ошеломляющий кастуется, и потом сразу адский. И что некоторые люди не успевают выбегать, блядь. Для этого я специально спросил у Миловицы, есть ли у нее зубы, нахуй. И сказал дать по дермичу, блядь. Чтобы дермич словил ошеломляющий в соло, блядь, и прошел адский, блядь, и скинул с этой энергии ебущей, нахуй. Потом мы дружно все вместе стали под лицо обратно. Надеюсь, доступно объяснил. Заебал одно и то же просто говорить. На каждом груле, блядь. Кумака, извиняюсь, если сегодня это не сказал. Кумака, это ты огромный как